Модель Bentley Continental GT в масштабе 1 к 43 от производителя D'Agostini. Данная модель была в журнальной серии суперкара. Модель изготовлена из металла, не имеет открывающихся элементов. Покрашена в такой небесно-голубой матовый цвет. Не знаю, почему производитель решил покрасить модель в матовый, а не в такой лакированный. Ну, тем не менее, модель выглядит довольно неплохо. Данная модель имеет отдельные передние фары. Они изготовлены из прозрачного пластика. Отдельная решетка радиатора. Она сделана из черного пластика, не окрашенного. И как-то посередине имеется такая вот полоска серебристая. Не знаю, зачем она сделана. Вот так имеется. Имеется в бампере прорези. Бампер отлит вместе с кузовом из металла. И вы можете доработать сами. Я вот доработал на своей, за эту между прорезью и днищем поставить небольшую сеточку, и будет имитация сетки. Модель будет лучше восприниматься. Дворники нанесены краской на лобовом стекле. Смотрится довольно не очень хорошо. Ну, в принципе, можно их стереть каким-нибудь щадящим средством и изготовить из тоненького пластика при желании. Модель имеет отдельные зеркала заднего вида. Они сделаны из пластика, приклеены к кузову. Водительское стекло опущено на данной модели. Колесные диски, они сделаны более темными и обуты в резиновую покрышку. Посмотреть, задние фары также изготовлены отдельной деталью. Они сделаны из прозрачного пластика красного цвета. Выхлопная система отлита вместе с кузовом, сделана как выштамповка и просто раскрашена в черный цвет. Пассажирское стекло поднято на данной модели. Модель имеет черный нераскрашенный салон. При желании его можно раскрасить. Модель будет лучше восприниматься. Довольно простое днище. Имеется крепежное отверстие. Выхлопная система сделана как выштамповка, отлита вместе с кузовом. И мне кажется, что она не должна быть такой, как она здесь изображена. То есть у прототипа, мне кажется, по-другому должно как-то это все идти. Но на днище мало кто смотрит, поэтому это, в принципе, простительно за такие деньги.